Друзья, всем привет! Сегодня у меня телефон от Samsung, и я покажу, как на нем настроить будильник. Первым делом находим иконку часы на своем рабочем столе или нажимаем на виджет со временем. А вот он. Иконка выглядит следующим образом. Вот она, часы. И здесь сразу видим будильник. Этот будильник используется в качестве примера, но вы можете настроить именно его. Нажимаем. Далее указываем время, в которое он должен сработать. Например. Затем указываем, в какие дни срабатывает будильник. Например. Также выбираем звук будильника. Чтобы прослушать мелодию, нажимаем на полоску громкости. Также можем выбрать другую мелодию. Здесь нажимаем звук звонка и прослушиваем мелодии. Например, когда мы нажимаем назад, изменения сохраняются. То есть в данном случае используется та мелодия, которую мы только что прослушали. Также можем выбрать вибрацию, а также паузу. Обратите внимание, что некоторые пункты можно отключить, то есть можно отключить звук будильника, вибрацию и паузу. После того, как будильник настроен, нажмите на кнопку «Сохранить». Готово. Будильник сработает через определенное время. Вы также можете создать несколько дополнительных будильников. Для этого нажимайте на кнопку в виде плюса и точно так же настраивайте будильник. Затем не забудьте нажать на кнопку «Сохранить». Теперь у нас два будильника. Если вы хотите удалить какой-то из них или несколько сразу, нажмите на три точки, далее удалить и выберите будильник, который хотите удалить. Например, нажмите на кнопку удалить. Готово. Остался один будильник. Вот так просто это работает. Кстати, сам будильник включается с помощью вот этой кнопки. Сейчас он отключен, а теперь включен. Кроме того, если вы включили будильник, в статус-баре отображается соответствующая иконка в виде будильника. Вот здесь вот. Если мы отключаем будильник, она тоже пропадает. А если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.